сегодня ночью состоялось удивительное событие. В Тарутинскую степь вернулись куланы, вернулись лани. Это те животные, которые исчезли из экосистемы этой степи около 200 лет тому назад. Животные необходимы для целостности экосистемы, для процессов, которые здесь происходят. И один из самых главных процессов – это процесс природного выпаса. Мы надеемся, что животные создадут хорошие условия для восстановления степного сообщества во всем его многообразии.